Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 9 октября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Владимира. Это имя имеет древнегерманское происхождение и означает «славный властитель». Небесным покровителем его является священномученик Владимир Вятский, пресвитер. В конце XIX века Владимир Вятский стал служить псаломщиком. Чувствуя, что Господь и Церковь – это его истинное призвание, и именно Богу ему хочется служить, более всего на свете – Владимир Михайлович принял священнический сан. В то время, когда государством вовсю правили коммунисты, они не оставляли без внимания церковь, на имущество которой покушались, намереваясь закрыть храм. Этим действием активно противостоял отец Владимир. Как итог, его арестовали, обвинили в сокрытии церковных ценностей и на 3 года отправили в ссылку. После отбытия наказания священник стал вновь служить в храме, только в другом районе. Но вскоре пришел несчастный для всех верующих 37-й год. Отца Владимира арестовали и обвинили в антисоветской агитации. Вину священник не признал. По приговору тройки НКВД по Ярославской области Владимир Вятский был осужден на 10 лет заключения в Темниковском лагере в Мордовии. Там, спустя год после приговора, батюшка и скончался. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Ивана, Яна, Тихона, Ефрема, а также Гедеона, Афанасия, Александра, Дмитрия и Николая. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!